Добрый день, меня зовут Шершнева Анна, я бизнес-тренер компании «Авара Групп». Сегодня я хочу представить вам свою программу «Искусство публичных выступлений. Секреты мастерства». Одна из удивительных, завидных возможностей человека – это умение стоять перед аудиторией и говорить без видимых усилий. Но это лишь видимая история, согласитесь. За всем за этим стоят многочасовые репетиции и стоят уникальные навыки, умение вести себя перед публикой, умение убедительно доносить свои мысли, как выбрать подходящую интонацию, как убедительно представить свои доводы и мысли. Ведь именно это может стать залогом вашего успеха. Умение выступать публично стало необходимым навыком в современном бизнесе. Готовить презентации приходится топ-менеджерам, менеджерам, просто сотрудникам. И этот навык архиважен для того, чтобы правильно выстроить взаимодействие, выстроить свою карьеру. Как часто самое блистательное содержание презентации тонет за невыразительным выступлением? Страх, скованность, нервозность перед аудиторией – все это служит нам не на пользу. А некоторые спикеры начинают испытывать трудности еще на этапе подготовки к презентации. Что включить в нее, что обязательно, что не обязательно, как сделать ее более выразительной, как донести очень важные мысли и в то же время не перегрузить аудиторию излишней информацией. В итоге публичное выступление становится серьезным испытанием, а подготовка к презентации – просто нелюбимым делом. В нашем тренинге использованы техники и методики актерского мастерства, сценической речи по системе Станиславского. Между тем, публичное выступление – это отличный шанс показать свою работу и сделать новый уверенный шаг вверх по своей карьерной лестнице. Приходите на тренинг «Искусство публичных выступлений. Секреты мастерства», и он поможет вам достигнуть новых вершин.